Экки загнал нам от вида. Кейтель стал халфингом Брайтмистра. Возьми лопату в кладовой Горма. Нет, гнилое это место. Ты там бывала? Просто хлев какой-то. Ну так уберись там, а не конюч. Разбитые ящики. Кто-то выпал, составив кровавый след. Кто-то взломал замок и сбежал. Или его утащили. Может, это след. Кто-то тут порядком наследил. Возможно, это был Олф. Следы. Может быть, Олаф? След ведет наверх. Хорошо. Смогу осмотреться. Расправь крылья, Сюнин. Боги, такого я прежде не видела. Тихо. И ни одной каменной постройки. Те двое держатся. Мир вам, друзья! Вы... Вы... Понимаете, что я говорю? Оя, конятера керону. Чокнохода тигаде гига юнгве. Вы знаете язык данов или саксов? Зазадегуат гига юнгве, яхте де вайандери. Яхте юнгва ехридзе онадзини тодитни гунхради хантос не ганта. Giga odzi da'a, wa o natsitne giga yungwe. Tigade natne'e. Это Сюнин, что значит проницательность. Янжа дахауэ гига, зинуэ оя ганятара керону и трес, дану ахинаску. Ахоя дагенха, тога ахуна дарохаге гига. Сюнин, ты им понравилась. Как необычно. Я точно в Мидгарде? В сагах говорится, что водопады — места силы.
Гига оя ганятера кехерону родаска. 9 дней я висел на дереве. 9 дней! Этот язык мне знаком, но смысл слов от меня ускользает. Затундега тига роджадаткум. Зацетсант дога асквени. Тонер эра анчатахауите негаа. Потом я кинул свой глаз в колодец. Это мудрость. Звучит, как бормотание ветра. Кто ты такой? Олаф. Да, я Олаф. Еще зовут неудачником, но ты не верь. А где же... Обещай все сделать быстро. Что? Не кали из-под тишка, Дрэнк, как Сигурд заколол дракона. Прошу. Я не буду тебя убивать. Мне нужен Горм. Не будешь убивать? Не сегодня. Нет, держись от Горма подальше. Он плохой человек. Очень плохой. Зачем тебе такой ужасный злодей? Это вопрос чести. Мне надо взыскать с Горма большой долг. Остановимся на этом. Чудесно! Да, да. Честь хорошо. Олаф поможет. Олаф сильно поможет. Честь – главная ценность. Да, главная ценность. Я видела следы борьбы у вас в лагере. Вы с Гормом что, повздорили? Пустое. Ему не понравилось, что я торгую с местными. Он меня избил и заковал в цепи. Но я ускользнул, да. Не такой уж и я неудачник. Все еще жив, да, жив. Хорошо. А где Горм? Он далеко, очень далеко. В одном из лесных лагерей. Они все под охраной. И их много. Зачем лагеря? Хочет тут осесть или ищет что-то? Ищет, да, постоянно, но не находит Бакровод зловредный. Как отыскать те лагеря? Я покажу. Идем, идем, идем. Олаф, ответишь на один вопрос? Если Олаф сможет, Олаф ответит. Мой новый большой друг. Слушай. Ради чего такой риск? У Горма есть говорящий кристалл. Он говорит Горму, что делать и куда идти. Говорящий кристалл? Правда. Камень эльфов говорит искать, он ищет. Говорит копать, копает. Очень таинственно. Что он хочет выкопать? Эту тайну он не раскроет никогда. Но я-то догадался. Он ищет вход в Йотунхейм. Смотри, за рекой. Один из лагерей Горма. Они все такие, все. Говоришь, их охраняют? О, да. Лютые воины. Нападают на любого чужака. Сразу же. И у них много оружия. Не как у тебя. Ты вооружена, как конюх. Мне много оружия ни к чему. Но сталь пригодится, да. Верно. Где бы взять оружие получше? Олаф поможет. Собери руды и звериных шкур на обмен. Руда и шкуры? Где же мне их взять? Ха-ха! В лесу! А еще лучше в лагерях Горма. Приноси все сюда и меняйся с местными. Вот так, да. Но я не перевести. Ни к чему. Мы говорим знаками. Вон тот торговец их понимает. Возьми. Это тебе для начала. Спасибо тебе, Олаф. И не говори об этом никому, пока я не разрешу. Может быть, стоит поторговать, раз уж я здесь?
Он хочет со мной чем-то обменяться. Надкахто нагода вагатгеру. Не он хата джойонере. Tena gant eus a duhun zoni? Niawa. Ii waksu tiga. Мне пора. Увидимся.